Всем привет! 7 октября на дворе, осень в самом разгаре, и я на Сиверском Донце. Сегодня буду ловить на фидер и на поплавочка. Посмотрим, что с этого получится. Так, что мы сейчас сначала прикормку приготовим для фидер. Померим глубину, забросим его, закормим, а потом поплавочкой займемся. Так, что я взял? Я взял карп кукуруза. Две пачки. Компания Бишенрой, чемпион Гранд Байтс. И плотва осталась. С прошлой рыбалки на Печистском водохранилище на Артемовской дамбе. Я там пролетел. Надеюсь, ничего не поймал. Ладно. Запах кукурузки. Так. Не лазу. Лазы добавим. Немножко. Потом для поплавочки. Для поплавочной прикормки. Склевом сейчас туго. Кукуруза у нас, насадки у нас, опарыш, перловка, кукуруза и горох. Червяка немного есть. Когда идет, уже готово. Даже и лепится. Ну что, готовим снасть. Посмотрим, что получится. Особых иллюзий я не питаю. Надежда умирает последней. В общем, расклад следующий. На поплавочку баллонка, проводку, протяжку по дну протягивала. С утра вот такая плотвичка и густерка. Сейчас замолчала. Уже три часа, уже четвертый час. Я сейчас ловлю на фидер. Дело в том, что фидер с самого утра забросил, закормил прикормкой и прилично добавил туда гороха. Небольшой подергунчик был на горох, ну и больше ничего. Сейчас я на фидер поставил поводок 0,1 и крючок миленький. Одного опарыша поклевывает густера. Сейчас посмотрим, что с этого получится.
на камеру. Сейчас мы проводку сделали. Это серьезно. Он там камера снимает. А, так а что ты молчишь? Видишь? А я тут, блядь. Фидер замолчал. Началась проводка.
Многостаночная ловля. Ой-ой-ой. Ну, коты, я думаю, пустят меня домой. Ну что, дорогие друзья, вот такая рыбалка в середине осени. Непонятная. На фидер, конечно, я основную поставил не шнур, а леску. Хотел рыбу крупную, но не получилось. Сигнализация поклёва, конечно, на леску не такая мелкая рыбы. Но все равно что-то клевало. Big fish сегодняшней рыбалки — это окунь. О, ух ты. На, опарышев проводочкой. Вот такие дела, ребята. Я уже не знаю, что делать. Ну, с ночевкой я не поеду. Это издевательство. Поймал, отдохнул. Нормально. Все, всем мира, всем добра, всем пока. Надо собираться. Уже темнеет. Парадокс, но факт. Первый заброс — густерка. Второй заброс — лоски. Но дело в том, что я с моря перешел в залив.